Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, ДК нефтехимиков, остановка. Смотрите, какие нам привезли коробочки в форме сердечек на День Святого Валентина. Расцветки разные. За 99 рублей. Размер 20 на 16 и 8 сантиметров. Еще коробочка подарочная за 77 рублей. 15 на 15 и 7 сантиметров. Тоже симпатичная. И розовая, нежная. А эти шкатулочки, это, наверное, из доломита. Да, изготовлено из доломита. Тоже разные расцветки. За 99. Зеркало поцелуй. За 99 рублей. Много различных пакетов подарочных. И маленьких, и больших. Наклейки. Сердечки такие. Сто пять декоративных наклеек, 51 рубль. Сердечки такие. Голубые. Красненькие. 99 рублей 100 штук. Фоторамка подвесная. За 99 рублей. В форме сердечка. Украшение подвесное сердечко. За 77. Декорация подвесная романтика. За 55. Шар фольгированный. За 27.50. Блокнот любовь. За 77. 80 листов. Рамочки с сердечками. 16 на 21,5 сантиметров за 77 рублей. Ручка подарочная, пушистик. За 77. Разные расцветочки. Серенькие, розовые, даже беленькие. Декорация подвесная, сердце. За 55. Такие за 77. Набор интерьерных наклеек сердечки. 16 штук.
за 77. Открытки Валентинки за 6,10. Розочки за 51 рубль. Мыльная розочка. Что-то не похоже на мыльную. Ага, мыльные розочки. За 51 рубль набор подвесок. Половина сердца. За 99 такое сердечко. Две заколки для волос в сердечке. Гирлянда. Сердца за 99. Набор для канапе на подставке за 99. В набор входит набор шпажек бамбуковый. На самом деле 149 стоят они. Просто ошибка. Сейчас будем переделывать. Набор для канапе за 149 рублей. Для полного счастья. Вот такой интересный наборчик. Идемте дальше. Набор мыльных розочек 13 штук. Разные. Набор для подарочный набор, флакон для парфюма и зеркало. За 99. Светильник ангел на батарейку. За 99. Блокнот «Любовь», 70 страниц. Фотоальбом за 99, 20 листов на кольцах. Большое количество расцветок. Фоторамка 10х15 «Любовь» за 77. Они здесь разные все. Многие говорят, что это не наш праздник, чего его отмечать. А я так думаю, ну а почему бы нет? Почему не подарить любимому человеку какую-то открыточку, валентиночку или какую-то рамочку или еще что-то? Это же приятно, это внимание. Мне нравится. Мне кажется, внимания никогда много не бывает. Набор свечей 9 штук за 77. Сувенир «Романтик» 2 штуки. За 55. Набор аксессуаров для фотосессии. За 55, 12 штук. Тарелки «Любовь» диаметром 20 сантиметров. За 77. Качество не очень.
Продолжение в следующем видео. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю очень сильно. Пока-пока.